часто сейчас в интернете попадается информация о том, что подводная лодка «Курск», да, в начале 2000-х, это прям такая информация интересная, версия одна пришла, что она была захвачена террористами для того, чтобы сместить Владимира Владимировича с должности, ну и так далее. Правда это или это вымысел? Нет, это неправда. Это неправда. Ну да, захватить такой объект, это вообще, мне как бывшему военному, какая-то дикость была услышать такую версию. Что же было на самом деле? Потому что и гуляют фотографии даже, что была пробоина извне, то есть якобы она была атакована какой-то лодкой подводной или надводным кораблем. Или Да. это тоже вымысел? Нет, Нет. она была атакована. А кем атакована? И как это произошло? Там же были учения Северного флота, были все свои корабли. Кто атаковал ее? Каким образом? Никто это не мог предвидеть, что будет так получится, но так получилось. Ну, а кто стрелял-то? С нашего корабля? По нашей лодке? Вам нужно подняться на другой уровень и более подробно рассмотреть детально этот вопрос. Он требует Проработки. хорошего исследования. Это очень серьезные вопросы, поэтому надо подняться на уровень, определенный уровень, зайти с этим вопросом и подняться на определенный уровень. Нужно четче смотреть глубоко. Не все так просто. Понял, хорошо, благодарю. Спасибо большое.